кататься на санках и играть в снежки. За ночь в Химках выпала едва ли не месячная норма осадков. Такого снегопада здесь не было давно. По прогнозам синоптиков, снег не кончится в ближайшие 2 часа. А пока одни выходят на улицу забавы ради, другие работают, как говорится, не покладая рук. Смена Камиля Исмаилова началась в 5 утра. За это время его бригада успела несколько раз расчистить снег на участке по улице Спартаковской. А что надо делать? Надо работать. Ну, снегопад, есть зима, надо все равно убрать надо этот снег. Вот видите, сейчас мы вот здесь третий раз убираем вот этот дом. Уже третий раз? Вот этот дом, вот третий раз вот этот дом мы убираем. И не факт, что еще четвертый не да. придется. Ну, может быть, а после обеда еще, может быть, 2 раза будем убирать. На одном участке работают более 20 человек. Всего же на территории городского округа со снегом борются 789 дворников. На подмогу им вышли 56 единиц снегоуборочной техники. В целом по городскому округу у нас 597 дворовых территорий, которые обслуживают 49 управляющих компаний. Соответственно, сейчас проходит, значит, уборка снега, размещение его на газонах чистого снега. Соответственно, после будет просыпка песко-соляной смесью и реагентами той наледи, которая образовалась за ночь. Синоптики предупреждают, обильные снегопады продлятся до конца этой недели. Коммунальные службы в полной боевой готовности к борьбе со стихией. Город обеспечен необходимой техникой, полностью укомплектован штат рабочих.